На требование о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан, исковая давность не распространяется. Если вы считаете, что в родах вашему ребенку был причинен вред, и вашему ребенку уже и 5, и 7, и больше лет, вы имеете право потребовать возмещения не только материального вреда, то есть средств, которые вы затратили на то, чтобы ребенка обеспечить необходимыми какими-то вещами, но еще вы имеете право на возмещение морального вреда. Если вы считаете, что ваш ребенок стал инвалидом в результате действий врачей в родильном доме, вы можете обратиться в детский юридический проект «Патронус». Мы ведем успешно такие дела.